Город Ишигаки на острове Ишигаки-Дзим, одном из последних островов на пути из Японии в Китай. Много говорят о предприимчивости японцев, но только здесь нам, неорганизованным туристам, у выхода из порта предложили на выбор десяток различных маршрутов по острову. Выбираем один из них. Садимся в минибус, и наше знакомство с японской глубинкой начинается. А то все города да города. Последний японский остров, и самое время рассказать немного истории Японии. Как-то раз, в незапамятные времена, бог Идзанаги и богиня Идзанами наклонились с небесного моста и коснулись океана драгоценным копьем. Капли воды, упавшие с копья, превратились в 8 островов, которые Идзанаги и Идзанами населили божествами Ками. А для управления новоиспеченной страной 8 островов была создана богиня Солнца Аматерасу. И создана она была из бронзового зеркала, которое держал в левой руке бог Идзанаги. В свое время внук Аматерасу Ниниги был послан на землю править Японией. Аматерасу вручила ему 3 предмета, которые и стали императорскими регалиями. Бронзовое зеркало, меч и яшмовое ожерелье. Здесь миф окончательно смыкается с древнейшей историей, когда Дзиммо, прапраправнук Ниниги, становится первым императором Японии в первый день весны 660 года до нашей эры. Японская императорская семья – самая древняя в мире правящая династия. Согласно историческим хроникам, нынешний император Акихито – 125-й владелец горизонтемного трона. До 20 века император считался живым божеством, которого обычным людям запрещалось лицезреть и даже слышать. Сегодня император – фигура символическая, глава государства, не обладающий реальной правящей властью. Ну вот, пока ознакомились с божественным происхождением Японии и ее императора, приехали. Ишигаки и Ямамура – кусочек старой Японии под открытым небом. Первый экспонат – дом, построенный в 1923 году для мэра Ишигаки Макиши Сутоку. Ну, а чтобы его уважали и боялись, на крыше и при входе коллекция так называемых сиса – традиционного талисмана префектуры Окинава – помесь льва и собаки. Как правило, их всегда 2. Один с открытой пастью, отпугивающий все плохое от домашнего очага, а другой – закрытый, удерживающий все хорошее в доме. Деревня-музей, в которую мы попали, кроме дома мэра, представлена еще 5 домами и многочисленными хозяйственными пристройками, свезенными сюда со всего острова. Возраст этих домов для Японии весьма почтенный – около 100 лет, ведь они практически все построены из дерева. Землетрясение, жаркое и крайне влажное лето, океанские ветра – все это диктовало особенности конструкции традиционного японского дома. Основа дома – деревянные колонны и широкая крыша, защищающая от палящего солнца,
а простота и легкость сооружения позволяют в случае разрушения быстро собрать пострадавший дом заново. Стены в японском доме – это лишь заполнение промежутков между колоннами. Обычно лишь одна из четырех стен стабильная, остальные состоят из передвижных панелей сёфу, которые играют роль стен, дверей и окон. Открыл немножко окно, пошире – дверь, убрал совсем, и дом получает естественную вентиляцию. Пол в японском доме традиционно деревянный и поднимается на полметра над землей для вентиляции. Пол выслан татами, плотными матами из рисовой соломы. Попадая в дом, вы должны разуться до носков. В японской традиции носки белые, ибо в доме всегда царит идеальная чистота. Японцы буквально помешаны на чистоте и гигиене. На границе санитарных зон ванные туалеты. Ставятся специальные тапочки, которые носят только в этих помещениях. В классическом японском доме все рассчитано на человека сидящего, причем сидящего на полу. Пол для японца является и кроватью, и диваном. Спят они на футонах, так называются матрасы, набитые прессованным хлопком, которые после сна сворачиваются и убираются в специальные ниши в стенах. Вместо стульев используются подушки, а для еды – низкий переносной столик. Конечно, время и технический прогресс изменили жизненный уклад и устройство жилища в Японии. Классические, в полном понимании этого слова, японские дома остались лишь в сельской местности и в таком вот музее. Но каждый японец старается сохранить в своем жилище дух национальных традиций. Поэтому даже в самой современной японской квартире есть хотя бы одна комната в традиционном стиле. И это не дань моде, а то, без чего японец не может представить свой дом. Но как же можно жить в доме, у которого практически нет стен? А как же мой дом, моя крепость? Но в японском доме надо забыть о стереотипах и мыслить другими категориями, ибо для японца важна не каменная защита от окружающего мира, а гармония внутри него. Атмосфера в доме у японцев едва ли не главная. В интерьере они предпочитают минимализм, позволяющий не перегружать пространство и энергетику дома. Все крайне функционально, компактно и легко. Так что в какой-то степени дома, в которых живем мы и японцы, отражают наши характеры, наше видение мира и наши стремления. Где-то в середине деревни мы повстречали достаточно большую группу местных жителей. Они были до такой степени забавными, дружелюбными и любопытными, что у нас просто нет слов, чтобы комментировать их поведение. Ведь они у себя дома. Ha ha ha!
Пройдя через всю деревню, познакомившись с жилищами местного начальства и простых граждан, крестьян, рыбаков, мастеровых, мы поднимаемся на смотровую башню, пытаясь увидеть следующую цель нашей поездки, широко разрекламированный в туристских путеводителях залив Кабира. Всем известно, что время поездки в автомобиле, знакомые мелодии, льющиеся из динамиков, скрашивают однообразие дороги. Но в Японии можно насладиться музыкой, которую создают сами дороги. Эти музыкальные или поющие дороги имеют своеобразную поверхность, которая, если по ней проехать, вызывает вибрации, отдающиеся в салоне автомобиля мелодичным звуком. На сегодняшний день в Японии насчитывается 20 музыкальных дорог. На некоторых дорогах можно прослушать баллады, на других – популярные песни. Причем сконструированы эти дороги таким образом, чтобы мелодия звучала разборчиво только тогда, когда машина едет с определенной скоростью. А это, в свою очередь, может служить стимулом для водителей соблюдать скоростные ограничения на трассах. И вот перед нами залив Кабира, знаменитый своими пляжами и плантациями черного жемчуга. Для того, чтобы посмотреть, где его добывают, мы воспользуемся местным плавсредством, рассчитанным на 20 любопытных туристов. Традиции собирания жемчуга в Японии почти 3000 лет. И занимаются этим здесь, как ни странно, только женщины-ныряльщицы. Мужчина в этом процессе остается лишь на подхвате, на веслах и на страховке. Работа аммы, так называют здесь ныряльщиц, весьма тяжела, и неудивительно, что за последнее время их число снизилось с 1500 до 300. Как мы ни смотрели по сторонам и на стеклянное дно нашего судна, ни одной ныряльщицы, а уж тем более жемчужины, увидеть нам не удалось. Что, впрочем, зная о характере жемчуга, не так уж и плохо. Ведь жемчуг, если верить приметам, приносит своим обладателям слезы. Так как легенды гласят, что во время его создания моллюск плачет от боли, и из этих слез образуется жемчуг. Разумеется, ничего хорошего жемчужина, полученная через мучение живого существа, принести своему владельцу не может. Вполне вероятно, что этот предмет обрел такую репутацию из-за схожести поблескивающих жемчужин со слезами. Исходя из этого, можно ли дарить жемчуг женщине? Да. Но только близкому человеку. И с пожеланием плакать лишь от радости. Принимать его от малознакомых людей к череде бед. И еще одно условие. Жемчуг всегда ищет пару, так что нельзя носить только одно украшение. Это к одиночеству, разводу или изменам. Поэтому пара – кольцо и бусы, серьги и кольцо – может даже принести пользу одинокой подруге, помочь ей выйти замуж. А еще считается, что жемчуг укрепляет здоровье, защищает от стрессов, сохраняет до самой старости красоту, живость характера и интерес к жизни. Вот так. Есть большие деньги – дарите жемчуг. Но имейте в виду, что согласно старинным приметам, носить жемчужные украшения могут только люди, чистые душой. Остальным он приносит несчастье. Конечно, жемчужное колье было бы неплохим сувениром из Японии. Но более счастливым сувениром может быть матрёсика. Или по-русски матрёшка.
самый популярный сувенир у японцев. Возможно, один из секретов популярности матрешки – ее японские корни. О ее происхождении известно мало. Говорят, прообразом послужила деревянная фигурка одного из семи богов счастья – бога мудрости Фукуро Кюдзю. Иногда фигурку Фукуро Кюдзю делают полой и разъемной, вкладывая в нее одного за другим все божественное семейство. Именно такой заморский сувенир, проехав полмира, якобы и оказался в Абрамцеве, подмосковной усадьбе промышленников и меценатов Мамонтовых. Там ее увидел художник Малютин и решил сделать русскую версию. Нарисовал эскиз первой матрешки. Токарь Звездочкин выточил ее в мастерских Мамонтовых. И в 1900 году матрешка получила медаль на Всемирной выставке в Париже, начав свое победное шествие по миру. Да здравствует матрёсика! Храм 17 века Тэрензи и религия, которую он представляет, дзен-буддизм, вторая по значимости религия Японии после синтоизма. Нам удалось, если хотите, подслушать разговор монаха и любопытствующего, в котором даются ответы на многие вопросы об этой религии. «Дзен – это что?» И монах отвечает: «Ничего особого. Познать дзен – это просто. Когда я хочу пить – пью, когда хочу есть – ем, а когда хочу спать – сплю. Но разве не все делают то же самое?» «Нет, посуди сам. Когда нужно пить, ты перебираешь в голове свои проблемы и неудачи. Когда нужно есть, ты думаешь о чем угодно, только не о еде. Когда нужно спать, ты пытаешься решить все мировые проблемы. Пьет, спит и ест только твое тело». Главная задача дзен-буддизма – это найти гармонию с миром, каждой вещью в нем и самим собой. «А что надо, чтобы достичь этого?» Монах улыбнулся. «Просто надо выполнить 10 правил дзен-буддизма для достижения гармонии. Будьте внимательны ко всему, что вы делаете в настоящий момент. Вкладывайтесь на 100% разумом и сердцем в то, чем занимаетесь прямо сейчас. Действуйте, а не только рассуждайте. Слова без практики не имеют цены. Совершайте прямые действия. Многочасовые раздумья на тему «что будет, если» – это не про дзен. Расслабьтесь. Зачем беспокоиться, если события нельзя изменить? А если можно, беспокоиться тем более не о чем. Отдыхайте. Используйте тихие мгновения, возникающие в течение дня, как время самонаблюдения и спокойствия. Слушайте свое сердце. Перестаньте заниматься тем, что вам не нравится, и занимайтесь любимым делом. Принимайте вещи такими, как они есть. Будьте открыты. Воспринимайте новые идеи и принципы, независимо от того, каким умудренным и опытным вы себя чувствуете. Находите смешное в повседневной жизни. Серьезность – это способ сделать простые вещи сложными. Просто будьте. Дзен не содержит ничего, что ограничивает человеческую природу. Просто будь. Достойное завершение очередных 10 заповедей. И хотя мы встретились с абсолютно незнакомой страной, с незнакомой культурой, где нет, казалось бы, ничего основательного, каменных дворцов и храмов, бронзовых и мраморных скульптур, искусства, созданного трудом на десятилетия и века, нам было интересно эта хрупкая и недолговечная красота, где ни одна веточка не растет в кривь и в кось, как повелел Господь Бог, не знавший законов Экибаны. Просто будь Япония. Распрощавшись с Японией, наш лайнер берет курс на Тайвань, в Хуалинь.
Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Штормовое море не дало нам возможности пришвартоваться в порту Хуалине. И мы направляемся к следующей нашей цели – в порт Келунг. Порт, от которого до столицы Тайваня Тайпэя всего 30 километров. Покинув так называемый шаттлбус, доставивший нас на окраину Тайпэя, мы для более полного знакомства с городом решили на этот раз воспользоваться метро. И, как выяснилось позже, правильно сделали, так как в метро Тайпэя очень просто ориентироваться. Оно быстрое, в это время суток достаточно малолюдное и, главное, здесь нет дождя, который нас преследовал на Тайване практически все время. Следующая остановка – мемориал Чан Кайши. Выходим из метро и сразу попадаем в картинную галерею. На стенах перехода висят работы художников, на которых можно увидеть, какой Тайвань бывает летом при солнечной погоде. Действительность же в нашем случае далека от искусства. Зонты, зонты и зонты. Мемориальный комплекс Чан Кайши – это огромная площадь – 250 тысяч квадратных метров, в западной части которой стоят ворота честности и беспристрастности архитектора Яна Чачена, построенные в стиле эпохи Мин, как символ независимости и процветания Китая. По китайскому саду на Окинаве мы знаем, что искусство Китая – полно символизма. И мемориал Чан Кайши не исключение. Лестница, которая ведет к 70-метровому зданию мемориала, состоит из 89 ступеней по количеству лет, прожитых президентом. Крыша музея восьмигранная, так как число 8 является в Китае символом удачи и изобилия. Несмотря на дождь, когда все цвета кажутся серыми, можно заметить, что в оформлении музея используются 3 цвета – белый, синий и красный – цвета флага Тайваня. По обе стороны от ворот честности стоят два здания-близнеца. Слева – театр, и справа – концертный зал. Из-за обилия дождей, что мы испытали в полной мере на себе, в Китае издавна применялась высокая кровля с крутыми скатами. Дом в несколько ярусов с крышами одна над другой свидетельствовал о знатности владельца. Стропила выгибали, создавая оригинальные формы скатов с приподнятыми углами. Под стропилами короткие куски дерева создавали выступы консоли, к которым крепились доски с резными или расписными орнаментами.
Дерево покрывали ярко-красным или черным лаком с позолотой и инкрустацией. Вот так строили когда-то. И вот что самое главное, так строят и теперь, потому что соблюдение традиций здесь – это основа жизни. Насколько традиционна эта встреча любителей медитации и танца, мы, конечно, не знаем. По всей видимости, дождь заставил их искать убежище под крышей. Но то, что их встречи традиционны, видно по их слаженным движениям. Наверное, только китайцы с их упорством, трудолюбием и дисциплиной, передаваемыми из поколения в поколение, могут так самозабвенно отдаваться этому занятию. В то время, как в западноевропейской цивилизации рождался рационализм, в ближневосточный мистицизм, в Китае, мерой всех вещей оказался не человек, а природа, которая бесконечна и поэтому непознаваема. Мудрецы Востока любят повторять, что если для деятельного европейца, обуреваемого покорением природы и демонстрацией силы, нет большего удовольствия, чем забраться на вершину высокой горы, то для китайца наибольшее счастье – созерцать эту гору у ее подножия. Отсюда, видимо, и любовь китайцев к большим площадям с возвышающимися на них доминирующими горами-пагодами. Перед нами парадные ворота храма Лунгшень. Храм Лунгшень – типичный пример уживчивости китайского пантеона богов. 165 божеств, которым можно помолиться в этом храме, насчитал какой-то упорный автор очередного путеводителя, хотя изначально храм был посвящен только богине милосердия Гуань-инь по-китайски или Авалокитешвара на санскрите. Входим в ворота, и в первом дворике, вымощенном старыми камнями балласта с кораблей иммигрантов, типичный уголок китайской природы. В древних верованиях китайцев обожествлялись любые объекты природы – деревья, камни, ручьи, водопады. Ведь религия считалась искусством жизни, что требовало полного и смиренного слияния с природой. Но люди здесь, у водопада, мало задерживаются, ведь необходимо быстрее установить контакт с одним из божеств-покровителей, а для этого надо пройти через очередные ворота в следующий двор. И пройдя через вторые декоративные ворота, мы попадаем во второй, центральный двор храма. Как бы мы ни рвались больше увидеть, и быстрее запечатлеть увиденное на картах памяти, придется нам все-таки начать с истории храма. Он был основан в 1738 году иммигрантами из трех округов города Фудзянь, приплывшими сюда в Маньку в начале 18 века. Людьми они были благочестивыми, и в благодарность за успешное плавание и найденное на новом месте приют они построили здесь, в Маньку, этот храм, как память о древнем храме Лунгшень в своем родном городе.
Несмотря на большое количество божеств, представляющих учение Дао, храм, тем не менее, сохраняет свою природу как буддийский. Центром притяжения храма является святилище Гуаньинь, что в вольном толковании означает «та, кто наблюдает за миром», и изображение которой с короной из солнца представлено в центре зала. По легенде, она была третьей дочерью Мяо Чуань Венга из династии Шу, правителя Северного Китайского царства, жившего примерно 3000 лет назад. Девушка исполнилась решимости посвятить себя религии и, вопреки повелению отца и просьбам друзей, отказалась от замужества. Разгневанный отец отправил ее в монастырь Лонгшу, где ей дали самую грязную работу, что никак не охладило ее пылкую любовь к Богу. Разгневанный ее набожностью, император приказал казнить свою дочь. Но меч, коснувшись ее, разлетелся на тысячи кусков, а сама она перенеслась на цветке лотоса на остров Путо, где она провела многие годы, исцеляя больных и спасая моряков от кораблекрушений. Ее почитают как покровительницу женщин, моряков, торговцев, ремесленников, тех, кто подвергается уголовному преследованию, а также желающих иметь потомство. Зал богини украшен уникальной резьбой по дереву. Особенно впечатляет потолок зала, внесенный в список объектов всемирного наследия. Лунгшень является активным храмом, где происходит ежедневное поклонение. Здесь же в течение года проводится множество праздничных служб и обязательно отмечается первый и 15-й день каждого лунного месяца. Даже сегодня, несмотря на плохую погоду, храму грех жаловаться на отсутствие внимания туристов и верующих любых конфессий – буддистов, даоистов и конфуцианцев. Заворачиваем за угол святилища, проходим по 20-метровой галерее, и мы в третьем последнем дворике монастыря, по периметру которого удобно расположились боги уже чисто китайского происхождения. Эта часть монастыря была построена на деньги гильдии купцов Чуаньцзяо только к концу 18 века, после того, как китайское правительство дало Манку статус торгового порта. Гильдия торговцев посвятила этот зал богине Мацу, покровительнице морских путешественников, чтобы она более внимательно относилась к своим обязанностям при совершении купцами торговых рейсов на кораблях по морским просторам в Китай и Японию. Боги этой части монастыря в большей степени своей относятся к еще одной популярной религии Китая – Дао, что буквально переводится как «путь» или «дорога». Даосизм учит, что жить в соответствии с Дао – это покорно следовать потоку жизни, не сопротивляясь ему.
У китайцев долголетие ценится как знак того, что человек идет по дао, пути неба и земли, подчиняется естественному порядку вещей, принимая все радости и невзгоды как должное. Что нам понравилось в этой религии, это ее восприимчивость к чужим проблемам. Китаец, обращающийся к даосистскому божеству, может оказаться истинным буддистом, ведь одно другому не мешает, потому что в отличие от буддизма в дао присутствует культ предков, вера в мир духов и магические ритуалы. Так что зачем человеку себя ограничивать? В одном из трактатов мы прочитали то, что нам показалось важным в этом учении. Человек – это собрание божественных духов и демонов, которые постоянно борются за обладание его душой. Питание тела – это соблюдение особой диеты. И третий постулат дао – концепция ничего не делания, что означает отказ от целенаправленной деятельности, поскольку природа сама все устраивает так, как нужно небу и дао, а вмешательство человека только губит все созданное природой. Основатель даосизма Лао Цзы считал, что самый лучший правитель тот, кто старается ничего не делать и ничего не менять в государстве. Его подданные живут по воле неба и сами решают собственные проблемы. И даже когда гадальные кости упадут неудачно, дао позволяет сделать еще несколько попыток, пока счастье не улыбнется человеку. Если даосизм с его идеей ничего не делания не подходит, к вашим услугам множество так называемых народных религий, которые сохранились на Тайване еще с незапамятных времен. Прототипами ряда божеств были живые люди, ставшие таковыми благодаря своей достойной жизни, подвигам или, напротив, неблаговидным деяниям. Такие, например, как полководец Джен Чингун, изгнавший в 17 веке с острова голландцев, знаменитый китайский лекарь Хуато. Во многих домах почитают бога дома Ди Ци Гуна и бога очага Цзяо Шэня. Какое многообразие личностей и характеров! Хотя чему удивляться, если их здесь, повторим еще раз, 165. Отсюда и многолюдие. Каждый человек выбирает то, что ему необходимо, не забыв при этом преподнести божеству небольшое подношение в виде фруктов, цветов или сладостей. Здесь это называется подсластить Богу язык. Перед тем, как покинуть этот гостеприимный монастырь, еще одна интересная подробность. В религии дао отсутствует понятие рая и ада. Их заменяет стремление к абсолюту, то есть самосовершенствование. Отсюда и множество молодых лиц здесь, людей, которые только начинают строить свою жизнь, поэтому обращение к богам, их советы и их покровительство так важны для них. А более, скажем так, взрослое население – приходят в храм помолиться за них, за их успех в жизни, за их удачу, но, конечно, не забывая напомнить богам о своих старых и, увы, новых хворях, о подорожании жизни, просто грузе прожитых лет и о надежде на лучшее.
Выходим из метро. Такое ощущение, что мы оказались в Дубае. Но пройдя полсотни метров, растворившись среди 2 600 000 счастливых обладателей зонтов, живущих в этом мегаполисе, разницу ощутили сразу. Хотя коробки домов и похожи, а вот погода, где солнце, где тепло. Местные говорят, что дожди идут здесь не более 10 дней подряд. Сколько дней нам дожидаться солнечной погоды – это вопрос. Поэтому лучшее решение – спрятаться в самом знаменитом здании острова Тайпей 101. 101 – это количество этажей побега бамбука. Так называют это сооружение 508-метровой высоты. Здание, построенное в 2004 году, может выдержать ветер до 250 км в час и землетрясение силой до 7 баллов, и было тогда самым высоким зданием мира. Стоимость его около 1,5 миллиарда долларов, одни стекла на нем стоят 95 миллионов. С тем, чтобы противостоять землетрясениям, весьма часто посещающим этот регион, архитекторы между 87-м и 92-м этажами подвесили шар диаметром 5,5 метров и весом 660 тонн, как компенсатор, гасящий колебания здания. При желании, заплатив 17 евро, можно подняться и полюбоваться на него. В здании около 200 тысяч квадратных метров бюро, ресторанов, баров и магазинов. 63 лифта доставят вас со скоростью 67 км в час в любой из них. И около 2000 парковочных мест для автомобилей на 5 подземных этажах. Сейчас начало февраля. И во всех помещениях этого комплекса идет подготовка к китайскому Новому году. А мы, в свою очередь, перед тем, как сесть в автобус, который отвезет нас обратно в порт, хотим пожелать этому городу, не забывающему свое прошлое и уверенно смотрящему в будущее, оставаться таким же гостеприимным, но уделить больше внимания работе над погодой. Гонконг. Около 6 часов утра. Солнце еще не встало, и мы наблюдаем с борта нашего лайнера панораму города, еще не совсем четкую из-за утреннего тумана. Все меньше остается на карте городов, о которых мечталось в голопузом детстве. Бананово-лимонный Сингапур, Рио-де-Жанейро, где все в белых штанах, сосредоточение всех дорог мира, Рим, конечно, Париж. И, наконец, этот город, Гонконг. Наверное, немного грустно расставаться с еще одной мечтой. Ведь мечты – это время нашей жизни, потраченное на их исполнение. И чем длиннее становится реестр исполненных мечтаний, тем короче становится отпущенное время для исполнения новых. А вот вам и яркий, в прямом и переносном смысле, пример движения времени. Восход солнца, появившегося, как и положено, откуда-то со стороны Японии. Хотя, собственно, что удивительного, ведь Япония и есть острова восходящего солнца.
прощаемся с нашим лайнером Коста Неоромантика. Самолет у нас поздно ночью, поэтому лучшее решение для знакомства с этим городом – экскурсионный автобус. Гонконг – 260 островов, 7,5 миллионов человек на 101 тысячу квадратных километров. Хотя тот старый Гонконг, о котором мы что-то когда-то слышали, взятый англичанами в аренду на 99 лет и переданный не так давно Китаю обратно, занимает лишь 1/7 часть нынешней территории Гонконга. Вот в этой части старого Гонконга, хотя, конечно, ничего старого здесь не осталось, и будет проходить наша экскурсия. И начнем мы ее с самой красивой части – рынка цветов. За неделю до китайского Нового года открываются цветочные рынки по всей стране. Люди верят, что прогулка по цветочным рынкам принесет им удачу в Новом году. Хорошая идея. Пошли. Можно сказать, что цветы в Китае – вид национального увлечения. Даже на монете в полюаня изображен цветок сливы, когда-то считавшийся национальным цветком. Все, что китайцы знают о жизни, природе, любви, медицине, переносится ими и на мир цветов. И, конечно, куда в Китае без символики. Цветок хризантемы, например, символизирует долгую жизнь. Поэтому их принято дарить пожилым людям, но только красного цвета. Так как хризантемы белого и светло-желтого цвета приносят человеку, провожая его в последний путь. Сирень символизирует скромность. Это одно из главных достоинств человека, которое у китайцев в большом почете. Нарцисс, лотос и орхидеи – цветы, которые символизируют честь, достоинство и элегантность, а орхидеи еще и утонченность и обаяние. А еще, считают китайцы, орхидея может вылечить от кашля. Цветы азалии символизируют элегантность и богатство. Цветы персика – женскую красоту. Люди, которые хотят обрести любовь, обычно покупают перед Новым годом много этих цветов, так как считается, что цветы персика принесут им удачу в поисках любви в наступающем году. У граната очень красивые цветы. Его плоды хоть и кислые, но содержат много семян внутри. Отсюда и китайская традиция – подбрасывать гранат в кровать новобрачным в заботе об увеличении семейства. Очень необычное дерево – мамосум, символизирующее китайскую семью, так как на одной ветке мирно уживаются несколько поколений плодов. Кстати, почти все цветы имеют отношение к медицине. Например, цветы сливы помогут сбить высокую температуру, хризантема – унять озноб. И лучше всего, на наш неискушенный взгляд, удается это белым и желтым хризантемам. Один из самых используемых в китайской медицине цветков – это цветок лотоса. Он имеет много полезных свойств. Может вылечить солнечный удар и избавить от бессонницы. Даже его корни и семена съедобны. И хотя растет он в грязной воде, китайцы сравнивают его с человеком, которому удается достичь успеха в жизни, несмотря на то, что его корни происходят из непрестижной среды. И еще одна всекитайская традиция – покупать к Новому году
вот такие мандариновые деревья, которые заменяют здесь с детства знакомую нам, украшенную игрушками, новогоднюю елку. Первые высадившиеся на берег англичане, познакомившись с аборигенами, задали им вопрос: как называется эта деревня? Судя по всему, взаимопонимание было достигнуто не сразу. Но тем не менее, словосочетание «Гонконг», что, как выяснилось впоследствии, означает «рыбацкая деревня», навсегда закрепилось за этим местом. Сегодняшний Гонконг – один из финансовых и торговых центров мира, и обслуживают этого колосса 7,5 миллионов человек, приехавших сюда со всего света, хотя 90% из них – этнические китайцы. Мы не ставили перед собой задачу побывать в гостях у одного из них, но кое-какие факты о жизни этих людей мы узнали со слов нашего гида. Конечно, самое главное для человека – это жилье. А вот с этим здесь сложно, несмотря на бурное строительство и новые территории. Строят выше и выше, строят шире и шире. А тем не менее, семья из 3 человек со средним достатком может позволить себе квартиру не более 30 квадратных метров. Хорошо, что здесь климат теплый, и в домах не требуется отопление, хотя, как нам поведала наш гид, иногда зимой температура опускается до 8 градусов, и приходится спать одетым, используя все имеющиеся в наличии одеяла. Беда только в том, что этих одеял по одному на человека, да и те летние, так как для хранения зимних толстых просто не хватает места. И стоит эта квартира порядка 300 тысяч евро. При зарплате мужа и жены в 3,5 тысячи евро, после оплаты всех коммунальных услуг, в распоряжении семьи остается около 1000 евро на еду, удовольствие и отпуск. Очередная остановка. Храм Маньмоу. Так и хочется сказать в стиле газеты «Правда» 70-х годов прошлого столетия. Маленький цветок даосизма в каменных джунглях капиталистического мира. По традиции, на третий день празднования Нового года все верующие и даже неверующие идут в храм. За 2 дня хождения по родственникам и друзьям все устают жутко. И чтобы ненароком не обидеть друзей своим плохим настроением, люди, чтобы обрести душевный покой, отправляются в храм. Итак, этот цветок даосизма был построен здесь в 1848 году. Возведен он был в честь 2 высших богов. Первого – Мань-Таю, бога литературного труда, и 2-го – Кон-Тайо, бога войны. Как вам такой дуэт? Бог созидательного литературного творчества и бог разрушительного творчества войны. Для нас, европейцев, это кажется странным. Но в китайском сознании эти 2 бога дополняют друг друга, и существование одного невозможно без другого. Вместе оба бога являются собой символ образования и силы, поскольку ум в союзе с мощью способен достичь самых немыслимых высот. Вот теперь становится понятен хоть один из многих китайских символов. Бога Кунтаю
как и должно быть. Почитают в качестве заступника военные, полиция и даже местная мафия. Кроме того, владельцы многих гонконгских ресторанов размещают в залах изображение этого небожителя, также принимая его и за своего покровителя. Когда-то в этом храме в стародавние времена находили возможности разрешения конфликтов спорящие стороны. Соперники писали на бумаге свои обязательства, и не выполнивший их подвергался наказанию. Куда ни бросишь взгляд, везде можно увидеть вьющийся дымок благовоний. Ароматную палочку может зажечь любой желающий. Причем лучше, если этих палочек будет три. За прошлое, за настоящее и за будущее. А если кому-то интересно узнать, что ждет его впереди, то прорицатели, в поте лица трудящиеся в храме, помогут желающему, проведя специальный ритуал, способный заинтриговать даже самого заядлого скептика. Несмотря на то, что храм посвящен только двум божествам, как всегда толерантная религия даосизма разрешает присутствовать в нем, на наш взгляд, еще не одному десятку божеств. Кому принадлежит этот второй зал храма, выяснить не удалось. Да в этом и нет необходимости, потому что у нас ярко запечатлелись картины храма Лонгшень на Тайване, где нашли приют аж 165 богов. С 1880 года, через 30 лет после постройки храма, шефство над ним, если так можно выразиться, взяла группа госпиталей Тунг-Ва, находящихся поблизости. Они же здесь организовали и школу. Каждый год члены совета директоров Тунг-Ва-группы собираются вместе с чиновниками правительства, консулами и знаменитыми людьми Гонконга здесь, в храме, на жертвенные обряды осенью, воздавая дань уважения этим двум богам в молитве за процветание Гонконга. До посадки в автобус еще с полчаса. Смотрим по сторонам и видим, что народу на улицах не очень много. Задаем вопрос гиду, и оказывается, что этому есть причины. В канун Нового года более состоятельный родственник должен дарить подарки всем детям своих близких и менее успешным родственникам. Причем сумма в конверте не должна быть менее 100 долларов. Что, учитывая многочисленность китайских семейных кланов, выливается для него в круглую сумму. Отсюда и простое решение – удрать на праздники за границу. Тем более, что празднуют Новый год 3 дня. А если добавить к этому еще 7 дней официально положенного в Гонконге ежегодного отпуска, то время погулять по миру вполне достаточно. Правда, человеку, проработавшему на одном месте более 10 лет, к его отпуску прибавляется еще целая неделя. Но это уже все. Так как заработная плата невелика, а оплата на квартиру, расходы на детей, выплаты пожилым родителям очень высоки, то жители Гонконга практически все, 60-70%, играют на бегах и в лото. Лошадиные бега проходят два раза в неделю на 6 ипподромах города. Стоимость квартир в домах, окружающих беговую дорожку, выше примерно в 1,5-2 раза по сравнению с такими же в другом месте. Играть можно по компьютеру, телефону или присутствовать лично.
в 1997 году выпал самый большой выигрыш за всю историю бегов – 80 миллионов долларов. Казино, как ни странно, в самом Гонконге нет, но есть 7 кораблей казино, выходящих на ночь в залив для любителей пощекотать нервы. Да и Макао здесь недалеко. Третья точка на карте, где нам позволено выйти из автобуса и ознакомиться с окрестностями. Хозяева, принимающие нас, видимо, решили, что мы, прожившие 2 недели на корабле, жить без моря не можем. И предложили нам небольшой вояж по бухте Абедин, по самой знаменитой бухте Гонконга. Глядя, как капитан, рулевой и кассир в одном лице управляются со своим суденышком, отпадают всякие сомнения, что ее предки из племени Танка поселились в этой бухте более 20 веков назад. Именно в те времена жил в Гонконге военачальник Лу Цун. Он поднял восстание против императора, захватил власть в этом районе и правил им более 30 лет. Когда он умер, на народ, правителем которого он был, император и обрушил свой гнев. Людей заставляли платить непомерные налоги, насильно забирали в армию, всячески оскорбляли. В довершение всего император прогнал их с земли, и жителям ничего другого не оставалось, как ютиться на своих суденышках в этой бухте. Они рождались, росли, старели и умирали в своих джонках, часто даже не ступая на землю. В джонках разводили кур, выращивали овощи. Здесь же лечились у знахаря, а у старосты решали деловые проблемы. Лишь в 17 веке очередной император проявил сострадание, разрешив людям джонок, так их здесь называли, сходить на берег. Однако, несмотря на указ императора, люди джонок остались презираемы и гонимы всеми. Они не имели права жениться на девушках, живущих на земле. Им запрещалось поступать на государственную службу, учиться и получать береговые профессии. Комплекс неполноценности насаждается еще и сейчас, несмотря на то, что население лодочной деревни сократилось до 5000 человек, а большинство переехало в многоэтажные дома, стоящие по берегам бухты. Сколько бы мы ни восхищались местным колоритом, но пришло время подумать и о хлебе насущном. Оказалось, что в Гонконге все предусмотрено и подготовлено. Во избежание бунта на корабле нас тотчас же привезли к самому большому ресторану в мире – Jumbo Kingdom. За посадочное место беспокоиться не приходится. Ресторан рассчитан на 2000 гостей. Построен он в китайском императорском стиле в 1971 году предпринимателем Стэнли Хо. Кроме большого зала есть чайный сад и кулинарная академия. В Китае еде придается особое значение. Для страны, где частенько голод был не редкость, где пахотная земля и сейчас на весь золото, где в пищу идут ингредиенты, от которых в Европе откровенно воротят нос, такое отношение к еде, как к святыне, удивления не вызывает.
До сих пор пожилые люди нередко приветствуют друг друга вопросом: «Ни дзин чила!» «Вы уже поели?» Это синоним обычного «здравствуйте». Если поел, значит, у тебя все хорошо, и жизнь продолжается. Конечно, одно из главных блюд в ресторане, стоящем на воде, – рыба, которую поставляют сюда те самые люди джонок, живущие по соседству. Китайское слово «рыба» – «юй» – произносится так же, как слово «изобилие». Поэтому существует традиция готовить рыбу для праздничного стола, что символизирует в канун Нового года пожелание богатства и процветания. Маленькая, но символичная деталь. Рыбу готовят с головой и с хвостом, чтобы Новый год начался и закончился хорошо. Современное строительство небоскребов в Гонконге обязательно предусматривает наличие бассейна на крыше. Вода в доме по философии фэншуй для китайца – это деньги и счастье, а деньги надо охранять. Для этого в воде живет дракон. А для поддержания хорошей физической формы ему нужно время от времени полетать и подышать свежим воздухом, для чего в домах и делают большие квадратные отверстия. Хотя, возможно, могут быть и другие варианты обоснования такого архитектурного решения. Самый престижный район Гонконга – знаменитый Саусерн Дистрикт. Здесь все престижно. И пляж, который когда-то до появления на крышах домов собственных бассейнов был забит отдыхающими до такого предела, что даже местные острословы дали ему имя «Пляж Ихай», что значит «извините». Здесь один из самых красивых видов Гонконга. Без лесов, портовых кранов, снующих туда-сюда, грузовых кораблей и нашествия автотранспорта. Здесь, на склонах холмов, окружающих бухту, раскинулось жемчужное ожерелье самых престижных жилых домов. Где-то здесь, в доме под номером 99, что символизирует долгую и счастливую жизнь, проживает 65-летний Джеки Чан. В этих же краях живет Ли Ка Шей, миллиардер. Что бы вы ни покупали в Гонконге, какими бы платными услугами ни пользовались, $1 из потраченных вами обязательно попадает в карман этого жителя престижного района. И еще один хозяин Гонконга, гранд-мастер современного течения фэн-шуй Реймонд Ло, живет здесь, в квартире, как нам поведал наш гид, стоимостью порядка 95 миллионов долларов. Википедия определяет фэн-шуй как древнюю китайскую практику организации пространства в гармонии с природой. Если вам что-то в этом непонятно, и вы хотите расширить свои знания по этому предмету, можете при случае задать ему вопрос или даже несколько. Ваша любознательность будет зависеть от толщины вашего кошелька, так как каждый ответ на ваш вопрос облегчит его на $500. Но даже самым богатым, а может даже и в большей степени, чем простым людям, надо замаливать грехи. К их услугам святилище Тиньхао, посвященное двум богиням. Богине Гуань-инь,
спасающая людей от всевозможных бедствий и покровительница женской половины дома, и богиня Тинь Хао Мацу, покровительница мореходов. Мацу может плавать по морю на циновке и спасать людей, терпящих бедствия на море, переправляться от острова к острову на облаках и загонять рыбу в сети рыбаков. Мы обратили внимание, что основным пожертвованием в святилище являются жемчужные бусы. Бусы в буддизме Китая олицетворяют самого Будду. Будду как бесконечность. И жертвуя бусы различным символичным животным и божествам, люди призывают его силу посодействовать в исполнении их желаний. Еще один совладелец этого святилища – король драконов Восточного моря. Ну что ж, разобрались с чужими грехами, пора и на автобус. Но куда в Гонконге без покупок? Да и сувениры надо приобрести. Поэтому привезли нас в торговый центр, где под одной крышей собрано все, что необходимо туристу, чтобы потратить оставшиеся деньги. Небоскребы – это визитная карточка Гонконга. На 2014 год в городе насчитывалось 294 небоскреба высотой более 150 метров, да и высотных зданий более 600. По количеству небоскребов Гонконг опережает даже Нью-Йорк. При постройке первых точечных небоскребов инженеры долго ломали головы, как справиться с пожарами, которые могут возникнуть у них, и из-за сильной тяги на лестничных клетках быстро распространиться по всему зданию. Решение было найдено неожиданно. Когда один из дворников случайно услышал спор проектировщиков, он сказал: «Что вы ломаете голову? Это же сигара, и тушить ее надо, обмакнув в воду. Сделайте на крыше бассейн, и все проблемы при необходимости будут решены». Так в Гонконге решили сразу два важных вопроса. Улучшили пожарную безопасность и экологию, так как жители стали меньше ездить на автомобилях, чтобы добраться до ближайшего пляжа. Прощаемся с Гонконгом. Наш путь по чуду инженерной мысли мосту Сингма на остров Латау, где в аэропорту нас ждет самолет домой. Заканчивается наше путешествие по островам восходящего солнца. А для одного из нас, родившегося в японском городе Камисикука, что означает «бог благовоний», было очень волнительно еще раз побывать на родине, хотя и не на том острове, где родился. Но не будем забывать, что в Японии их больше тысячи. И несмотря на то, что эта сегодняшняя Япония весьма отличается от Японии, вычитанной в литературе и увиденной на экране, мы будем с удовольствием ее вспоминать. Вспоминать ее аккуратность, ненавязчивость и достоинство.